А перед тем, как мы приступим к просмотру видоса, хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. Вот она. Здесь можно писать мне сообщения. Вот цитатник, если вам какие-то цитаты мои интересны. Также вот есть чат специально для тех, кто хочет пообщаться всей толпой в группе. Есть предложка для реакций. Туда как раз-таки надо кидать видео, которые вы хотите видеть на реакции. Ну, либо ссылку на канал. Я там выберу, если мне понравится, я выберу последнее, мы сделаем реакцию. А также здесь есть рассылка для бесплатных игр и стримов. Естественно, если вы подписались на бесплатные игры, вам будут приходить рассылки о том, что где-либо в Стиме или в Эпике обновилась, либо началась раздача бесплатных игр. А стрим — это, естественно, рассылка о том, что у меня начался стрим. Здесь, в отличие от Ютуба, Твича или Дискорда, она придет 100%. Я не облажаюсь. Подписаться очень просто. Нажимаете «Подписаться», «Подписаться», «Подписаться». Все, никаких проблем. Погнали смотреть видос. Долгие годы тренировок. Долгие годы тренировок вели меня к этому моменту. К этому самому самокарантину. К этой самой самоизоляции. Я знаю, я знаю. Я герой. Я всего лишь герой, который, как и вы, спасает при помощи самоизоляции целую человеческую расу. Но сегодня я хотел бы поговорить о других людях, которые заслуживают не меньше внимания, но мы его почему-то им не даем. Продавцы-консультанты. Безымянные герои, что противостоят в данный, прямо в эту секунду кто-то сейчас покупает туалетную бумагу и гречку, и прямо сейчас продавцы-консультанты стоят лицом перед лицом их лиц, перед злом они стоят. Когда крутая речь это. Обосралась. И бэм. К сожалению, мой лимит слов на это интро был исчерпан. Давайте начинать. Я, знаете, всегда хотел стать продавцом в магазине, продавцом-консультантом. Я никогда об этом не рассказывал, но на самом деле у меня всегда была вот такая вот странная страсть. У вас тоже есть свои странные фетиши, вы любите смотреть видео про супермаркеты. Вот это был мой. А почему я не могу сложить рюкзак? Мужик, ля, какая у тебя гладкая голова. Можно я потру ее на удачу? Он напоминает чела из... Оу. Ты опоздал. Но эй, с тех пор, как ты здесь новенький, я тебе ничего за это пока что не сделаю. Меня зовут менеджер. Криповый. Нога. Еще один. Мы не особо заняты в такие дни, поэтому сегодня у тебя будет хороший день на расслабоне, такая смена, чтобы ты как раз типа вольешься. Короче, сегодня будет хороший человый день. Но помни... У меня здесь кое-какая репутация есть в этом магазине, которой я стараюсь придерживаться. Ты бы не хотел, чтобы я выглядел как дурак в глазах других менеджеров, не так ли? Я бы хотел, чтобы ты перестал глядеть на меня. Хотя бы вот убери вот эту вот страшную улыбку. Слушай, прекрати хотя бы прямо в душу смотреть. Знаешь что, я тоже так вот разговаривать с тобой буду. Этот магазин самый лучший в городе, и я надеюсь, что он таким. Теперь на экране два идиота. Сейчас еще я начал будет удовлетворен твоим сердцем. Трипл килл! Ладно. Квадро килл! Теперь мы будем этот видос смотреть вот так. Да ну нахрен, у меня уже щеки болят. А теперь иди найди Джимми. Он работает здесь уже довольно давно, и он очень преданный мой работник. Он покажет тебе всякие тропинки, и положи свои вещи в шкафчик, и иди начинай. А теперь можно положить вещи в шкафчик. Оу, вау, какие здесь все дружелюбные. Прям. О, у меня третья рука выросла, класс. Забавно. Какие здесь все дружелюбные. А закрыть? Прям вот. Хочется работать, зачем? Хочется взять и... Чё? Хочется взять и... Что происходит? Это, видимо, Джимми, да? Джимми, ты как? Джимми, что случилось? Расскажи. О, наконец-то эта грёбаная першинка подпрошла, будь здорова. Извините. И спасибо.
Ладно, знаешь, Джимми, можешь больше ничего не рассказывать. Понятно, крышин. Понял. Это вот так вот выглядит. А куда они делись? Джимми, так там никого не было. Ты просто так это хотел сделать. Признайся, скотина. Я буду называть тебя... Я больше не могу этого вынести. Мне платят недостаточно много для этого. Грубые покупатели. Нескончаемый поток болезней. Баребухи. Чё? Наверное, там это куски дерьма. Shit stains. Наверное, да. Только не баребухи. Я достиг своей точки перелома. Слушай, теперь ты сам здесь по себе. Там осталось еще много пустых полок, которые ты должен заполнить. Они должны быть заполнены, прежде чем мы закроемся, и ты не хочешь расстраивать менеджера. Вот, возьми вот это. Это все записки, которые я делал, пока работал здесь. Эти советы спасали меня не раз и не два. Нажмите Escape, чтобы посмотреть. Нахер это место, я пошел отсюда. А блевоту убирать кто будет за собой? Я, что ли? Ну... энтузиазма немного поубавилось. Работать здесь, но... Диман, ты много пропустил. Но я уже вижу кучу бесплатной туалетной бумаги. А, стоп. Это не туалетная бумага. Это грязные бумажные... Ну, в смысле, они не грязные. Чистые бумажные полотенца, а не туалетная бумага. Кругом один обман. Я больше не знаю, как верить кому-либо. Что это такое? Видеогейм. Видеоигры. Куда мне надо складывать видеоигры? Я что, знаю, что ли, где у вас здесь? А это что такое? Дринкс. А дринкс у вас где находится? Напитки. А это что за... Это что такое? Нужна рука? Спросите нашего дружелюбного коллегу, чтобы он вам помог. Я не буду отдавать никому свои руки. А, во-во-во-во-во. Ребята. О, нихера он бегает. Ребята... Ребята, а чё вы здесь? О, нет. Мне кажется, примерно так сейчас реально половина супермаркетов в мире и выглядит. А это чё за челы? Они даже, типа, не пытаются внутрь пробраться, они просто кулаки разминают. Они, походу, идут туда нифига не за продуктами. Я буду защищаться, у меня есть коробка с напитками. Вас когда-нибудь квасом обливали, молодой человек? Так, фуд, свитс, сладости, дринк. О, спейс. Ага. Окей. А время? На время еще. Окей. Охренеть. Так. Как он быстро работает рукой. Классные дети. Мой любимый лимон. Ёб твою мать, это что было, блядь? Dry cleaners ruined my... Где клининг? А я что, знаю, что ли, где клининг? Может, здесь? Красота и здоровье, домашние животные, аптека, домашняя уборка. Может, сюда тебе надо? Все? Сэр, вы довольны? Ваш костюм теперь чистый. Прям, а штанины-то какие-то? Да! Ему нужно что-то для своей жены, потому что у него недавно... Стоп, чё? Чел, отстань от меня, дай коробочку положу, я коробочки люблю раскладывать. Я сюда... Стоп. Фурнитура. Может, диван хочешь купить? А, окей. Игрушки, о! Окей, я пошел от него. Он какой-то непонятный чел. О, видеоигры. Чел. Беги! Когда тебе не надо атаковать, но ты по привычке атакуешь. Минус покупатель. А нехуй в карантин вылазить. Жесть. Ой, извиняюсь. Да ты ушел. Ладно, А что происходит? Хэллоуин, да? Мне нужно... О, Хэллоуин! Погнали! Хэллоуин! А еще это, видимо, на время игра. Так, окей. О, и пульки. Да маски, наверное. Никто не встанет между мной и моей коробочкой для Хэллоуина. О, одежда какая-то. Правда, она выглядит, словно ее прилепили прямо к стене. Не знаю, как они ее будут отдирать оттуда. Так, еще одна коробочка. Бабуля. Лекарства. О, нет, у меня как раз коробка с этими... Со всякими лекарствами, таблеточками. Я не хочу, чтобы ко мне бабка подходила с такой... Работает! Второй раз уже так... Очень неловкая ситуация. Вы извините. Просто... Ёб твою мать. Мужик, а мне почему такую не выдали? А я тоже хочу. А где такую взять? Мне надо найти фармаси. Может, здесь что-то...
Все-таки он настиг меня. Моя дочь хочет одеться как ведьма. У вас есть какие-нибудь костюмы? Слушай, мужик, я не думаю, что твоей дочери так-то так уж сильно для такого нужен костюм. Но если уж на то пошло, то надо жить. Где коробка? А вот коробка. Нет. Нет, не, 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 чел, чел, он меня сейчас. Гребаный рот. Жесть. Я ж адреналин. Поднялся. Крови. В смысле? Оу. Это сейчас что такое? Заминочка. Ну, самое интересное. Ютуб, блять. Джамаркус ГГ, спасибо за подписку. Какую взять? Мне надо найти фармаси. Он настиг меня. Моя так-то так уж сильно для такого нужен. Нет, не-не-не-не-не-не-не-не, чел! Чел! Он меня сейчас задавит, ДТП! Лови! Изи! Видеоигры. Окей, я знаю, видеоигры здесь находятся. Погнали! Одно и то же, один и тот же диск. Всем одну и ту же игру. На PlayStation. Все будут играть только в эту игру. Поехали! Raid Shadow Legends. Да господи! Они его сейчас разорвут. Ко мне первый подошел. Ищу новую бини, не спрашивайте меня ничего про снэпбэки. Чел, что ты хочешь от меня? Спросить, сколько стоит твой шмот? Сколько стоит твой шмот? Только-то... Я хочу поговорить с менеджером. Это все потому, что он разокинул его коробкой, поэтому хочу поговорить с менеджером. Возможно. Что произошло? Ой, а это он. Ой, а он, видимо, злой. Ой, мистер менеджер, не трогайте. Уволен? А мне только начало нравиться. Теряете хорошего сотрудника, между прочим. Окей, еще одна попытка, видимо. Ну, погнали. То есть я реально должен запомнить, где здесь что находится. Журналы, игрушки, видеоигры, DIY, электроника, которая почему-то выглядит как... Печенье. Хэллоуин, кстати, тоже так же выглядит. Здесь вообще любой отсек отделения выглядит абсолютно одинаково. Лестер — это питомец менеджера. А еще у Лестера охерительно огромный. Я не хочу встречаться с Лестером. Знаете, что я не хочу. Теперь понятно, почему он работник месяца здесь. Игрушки. Так, я вижу игрушки. А еще я тебе... Она даже так не подошла ко мне. Она ничего от меня даже не хотела. Чел? Не-не-не-не-не, вот давай, да, в ту сторону. А! Жесть какая. Так, да, конечно, давайте я скажу, покажу вам. Вот напитки у нас находятся вот здесь. Пейте, наслаждайтесь. Он даже не шел, блядь, за мной. Игрушки. Разложить. Игру. А, у меня же время идет. Я должен это быстро делать. Окей, погнали. Это что такое? Это телепузики без этой штуки на голове. Да. У меня было два телепузика в детстве. Тинки-винки и ляля. А потом я тинки-винки отрезал тоже эту штуку на голове и жопу. Не спрашивайте, ребята. Я бы, конечно, вам... Вы мне все как дети. Вы мне все как дети. Каждому из вас бы помог. Каждому подсказал. Но только не тебе. Только не тебе. Кому угодно, но не тебе. А так, подходите, не стесняйтесь. Я сама доброта. Уборка. Клининг. Клининг, да? Хоум клининг. Стоп. А тут нету ничего. Окей. Ну, видимо, надо заполнять по... Клининг и хоум. Может, это... Чел? Когда приходит время, может, я не знаю. Сам разбираюсь, куда ее складывать, окей? Я без понятия, потому что... Это что такое? Кухня. Где у нас находится? Какого хера в нашем продуктовом магазине продаются кухни? И наборы для Хэллоуина? Стоп! Сейчас март! Бабуль? Уже просто... Я ее реакцию проверял, все нормально. Кухня, ну да, ну да. Окей. Ножи. Кухня — это ножи. Я не знаю, зачем нам столько одинаковых наборов ножей. Видимо, эти ножи в нашем магазине очень любят. Может, это наш, так, знаете, типа визитная карточка. Я хер его знаю. Это что такое? Собачья еда или типа для домашних питомцев. Почему собачья сразу? Слышите? Для домашних питомцев. Не для вас. Потому что он собак любит больше. Не ваши, вот и беситесь. О, музыка поменялась. Погнали, вторая фаза. Сколько их здесь всего, интересно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я вспомнил, у меня срочное дело уборной. Вот прям здесь. Чел, ну я же шел на перерыв. Ну ты что, не видел? Он пролил кетчуп на пол. Кетчуп? Еда? В смысле, дринкс?
Нет! А, ему надо убрать пятна! Пятна! А... Да господи! Зато у меня штаны чистые. А у тебя нет, вот ты и бесишься. Может, я могу что-то сделать, типа, если я в него... Может, если в него коробкой кинуть, то, я не знаю, я выиграю и сам... Откуда он вообще вылез? Может, это какая-то ага. Игра менеджеров, может, так? Ты... Игра менеджеров! В этой игре, по-моему, выиграть невозможно. Можно только... Как можно дольше в нее поиграть. Ну, походу, да, типа, как можно дольше продержаться. Как я быстро раскладываю эти коробочки. Я раскладываю радужный гель. Пожалуйста, не мешайте мне. Это очень ответственное занятие. Эй, чел! Собака... Подожди, ладно, хотя ладно. Знаешь, что я тебе помогу? Собачьи Ему игрушки. Нужны собачьи игрушки. Понимаю, чел, каждый развлекается как может. Держи. Не буду осуждать. И вот кого из вас выбрать? Кого из вас выбрать? Окей, давай, ладно, еще раз тебе помогу. Ему нужно немного бубли. Что такое бубли? Что такое? Что, знаешь, бубли? Бабли. Да. Дринкс? Нет. Не, бубли. Неправильно. Что такое бубли? Бубли? Что? Он хочет поговорить с менеджером. Поговори с менеджером о том, как правильно называть то, что ты хочешь. Он что раскладывает? О, боже мой, как же, где он научился такому скиллу? Воу-воу-воу-воу-воу. Так, еще один карабасик DIY. Я знаю, где он находится. Погнали. Это спидран, короче. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Как же он раскладывает? О, боже мой. Никто не успевает следить за движением его рук. О-о-о. Так, еще один. Пет-фуд. Я тоже знаю, где это. О-о-о. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Ловко спрятал. А он все еще там. Кто-то мне показался или... О, у него ног нету. Там бабка сломала наш стеллаж с конфетами. Алло, а чел не выезжает отсюда? Окей, все. Интересно, у него ног не было. Говно. Ну да, судя по всему, это инвалид. Какой-то... Какое-то убежище с туалетной бумагой, реально. О. Чё? Что? Серьезно? Я сейчас Doom Eternal прохожу, типа, параллельно, и там примерно пасхалки так же выглядят. Там тоже, типа, трещина в стене. Может, это выход какой-то? Жесть! Оу. Забавно. Это, видимо, комната отдыха, я так понимаю, да? Не доверяй менеджеру, 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 не доверяй менеджеру. А что там за панель на стене? Ну да. Мне кажется, эта стена мне хочет что-то сказать. Ё-моё, это сколько он дней-то здесь провел? Я что-то как-то внезапно перехотел становиться здесь работником месяца. Но раз уж я обожаю раскладывать продукты, я продолжу этим заниматься, потому что, ну, таково мое призвание. Для этого я был создан. Ему нужны стулья для человека. Стулья для человека. Стулья для человека вы можете приобрести в отделе мебели. Очень распространенный выбор. Каждый наш второй покупатель пользуется стулом для человека. Эти ребята тоже очень... Чел, у тебя уже есть все свои стулья для человека. Не больше одного стула для человека на человека, понял? Ох, если б можно было не в жизни наглейте. Так. Здесь кто-нибудь... Ну я вышел проверить. Все, полежи, отдохни. Ты тоже полежи, отдохни. И ты тоже. О, трипл килл, гадэм. Кидай. Погнали. В смысле? Я раскладывал. Я же... Че? Еда для хомяка. Еда для его хомячка. Еда для хомячка, она у нас здесь находится. Держите, сэр. Очень рад был вам помочь, обращайтесь еще раз, скотина, если ты только попробуешь ко мне подойти. Когда я раскладываю своих телепузиков, тебе не поздоровится. Разворачивай. О, правильно. В смысле коробка слишком повреждена? Процесска. Просека? Просека. Это еда. По-моему. Я не знаю, что она хочет. Он коробку разбил об нее, короче. Я ей хотел таблеток каких-нибудь. Это беззубый рот мерзкий. Определенно проблемы с башкой, но я не успел. А что, если я перед тем, как начинать свой день, я сначала разложу все коробки рядом с местами, где они должны быть. Вот, например, видеоигры сразу туда отнесем. Потому что сейчас-то время...
там что-то есть, там что-то есть, да-да-да. Подозрительно как-то здесь тихо. У меня счет уже 6, и вокруг что-то никого особо-то и не видно. Это, видимо, последняя фаза уже. Ладно, погнали. Осталось... Не дави, не дави, мужик. Че хочешь, сделаю. У меня перерыв. Заслуженный, кстати. Я сижу здесь. И вы меня не достанете отсюда. Я отсюда не выйду. Здесь мои друзья, кстати. А, стоп. А у него опять дверь закрыта. И он сегодня не этот. Он занимается самокарантином. Ребят, ну дайте вы мне передохнуть немного-то, на. Ну, типа, вы гляньте на мои руки. Они у меня от такой работы, от такого количества работы в одну... В две большие мозоли просто превратились. Это уже не руки, это две такие лопатки-мозоли. Я не знаю, как это еще назвать. Так, карабасики. Кто-нибудь видит карабасики? Непристроенные карабасики. Карабасики, которым нужен дом. Карабасики мои О, не-не-не-не-не. Знаешь, что? Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Бам-бам-бам-бам-бам. Походу, да, надо прятаться. Бам-бам. Окей. Окей. Ха-ха-ха, успел. Чел, а у меня перерыв, кстати. Ты что, не знал, что ли? А я... Так. Клининг. Клининг. Стоп, клининга не существует. Ему нужен новый бини. Бини, одежды. А, клозинг. 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 Держи. Только отстань от меня. Я не знаю, где клининг находится. Клининга не существует. Уборка — это миф. Чел. Вон же хоум клининг написан, но там нету ничего. Чё мне делать? О, нет, там злая тетка ходит. Окей, может... А, стоп! О-о-о! Погнали! Только, плиз, не прерывайте меня. Kill them now. Серьезно? Я победил? Он прошел этот уровень? Я стал работником месяца? Я? Не стоит, не стоит. Да нет же, да нет же, да не... А почему так тихо? Что происходит? Где все люди? Да уйди ты из зала уже. Я могу идти домой? Беги отсюда. Окей, ну я пошел домой. Я пошел домой. И вы меня не остановите. А что ему, правда, надо делать? Свой рюкзак. Менеджер, я справился. Я был хорошим продавцом-консультантом, мистер менеджер. Что ж. Я должен сказать, что довольно впечатлен. Кто-то столь страстный, столь молодой, столь напористый. Ты именно тот, кого я искал. Продолжай в том же духе, я номинирую тебя на работника месяца. Только самые ответственные и самые работяги, наши работники, короче, удостаиваются подобной чести. Я приглашу всех менеджеров со всех магазинов в округе. Какой же он всратый. Насколько ты хороший продавец. Экземпляр. Скорее, экземпляр. Спешмен. Знаешь, ты напоминаешь мне кого-то, кто раньше здесь работал. Кого-то, кто был полон дисциплины и уверенности. Божечки, о божечки, каким же хорошим работником он был. Кажется, себе. Я расстроен, что он прекратил приходить на работу. Я надеюсь, мы не про Лестера говорим. А. Потому что Лестер мой кореш. Типа, тронешь Лестера, потрогай и меня. Будь здесь завтра в 6 утра, без опозданий. Мы будем ждать. Кто мы? Он и его зубы. Ну-с, моя рабочая смена окончена. Можно дальше разглядывать классных жабок, классных шляпах. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки, кстати. Чего вы сидите-то, как это самое, как в гостях. Спасибо за просмотр и пока. Ты яркий, Лёша. О, упоротая игра. Знаешь, она по упоротости напомнила мне эту кошмарную игру тоже про супермаркет. Что-то ему везет на такие игры. Она специально подбирает. Ну или его подписчики подбирают. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось. В описании есть ссылка на оригинал. Не забываем смотреть его.
Также там расписание стримов и ссылки на соцсети. Приходите на стримы, смотрите видосики. До скорой встречи. Пока. Покедова.